Социально-экономическая ситуация в Астраханской области обсуждалась сегодня на встрече Владимира Путина с главой региона. Беседа проходила в Кремле. Александр Жилкин доложил, что основные показатели растут. За 9 месяцев объемы промышленного производства уже достигли 108%. Вырос валовой региональный продукт. На уровне прошлого года удается держать инвестиции. Речь зашла и о здравоохранении, в частности, о современном кардиоцентре, который появился в Астраханской области не так давно. Как медицина создается, как центр? А значит, центр работает, просто вызывает восхищение у населения. Конечно, это главная была проблема по смертности, заболевания сердечно-сосудистой направленности. Сегодня он уже приобрел известность при каспийских государствах, и жители там также пользуются услугами. Я хочу вам сказать, что на 7 пунктов у нас снизилась смертность по этому заболеванию. Люди очень довольны, и, кстати, впервые, возможно, в этом году мы по исследованию получили реальный рост процента удовлетворенности медицинскими услугами, собственно, в Астраханском регионе.